Друзья, всем привет! Вы на канале Дэн ТВ. И сегодня я для вас подготовил несколько полезных советов, которые вам могут пригодиться в жизни. Не буду много разговаривать, сразу давайте начнем. Но для следующего лайфхака мне понадобится компрессор и пневмостеплер. Кстати, буквально на днях мой компрессор старый, который прослужил мне 3 года, сломался. К сожалению, безмасляные компрессоры, у них срок службы намного меньше, чем у масляных. И у меня возникла потребность покупки нового компрессора. В итоге мне пришлось выбирать компрессор под мои уже конкретные цели. И я остановился вот на этой модельке «Вихрь». КМП-400 с ресивером 50 литров. Итак, данный компрессор, мощность 2,5 кВт и производительность, внимание, 400 литров в минуту. Такая производительность за счет двух
поршней. На каждом поршне стоит фильтр. Фильтр легко достается и обслуживается. Как вы видите, здесь дополнительное охлаждение на каждой трубке. За счет этого компрессор не перегревается. В данной модели установлена термозащита, которая отключает оборудование при перегреве и включит его автоматически при охлаждении. Дополнительно стоит защита электрической цепи, которая отключает компрессор при перегрузках и коротком замыкании. Всегда хотел это попробовать. Thank you.